Уважаемые зрители, каждый день к нам поступают тревожные новости о звездах российского и мирового шоу-бизнеса. Ежедневно мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. Так не будем томить, буквально 30 минут назад нам сообщили до боли печальную новость. Александр Григорьевич Лукашенко, первый и единственный президент Республики Беларусь, который правит страной на протяжении более двух десятков лет. Конечно, столь длительное нахождение у власти способствовало появлению в стране мощного оппозиционного движения. Впрочем, у главы республики всегда была и огромная масса поддерживающих его кандидатуру на выборах и согласных с его политикой. Нам очень приятно, что наши зрители не остаются равнодушными и оставляют слова соболезнования в комментариях.